видеообзор на каскопульт Декстер. У него есть коробочка, крепление и еще что-то. Документация. Сама коробочка. Вот сама база. Так вот достается. Имеется регулировка вкл-выкл. Подключили к питанию и включаем. Как мы видим, распылитель полностью рабочий. Все прекрасно функционирует. Сам он здесь нигде не протекает. Это вот сейчас вода чисто вот отсюда лилась. Попала чуть на корпус. Это мы сейчас зарядили воду чисто для проверки. Так он в отличнейшем состоянии, полностью рабочий.